Привет! Меня зовут Таня. Я путешественница. Я очень люблю ходить в походы и путешествовать по нашей невероятно красивой стране. А ты скажи, пожалуйста, был ли уже в походе? Или, может, ездил на море с родителями? Поднимался в горы? Знаешь ли ты, как собраться в поход? Что с собой следует взять, а что тебе точно не пригодится? О том, как поставить палатку, как добыть себе питьевую воду, о том, как сберечь свои продукты питания, да и себя тоже, чтобы не быть съеденными дикими животными. Об этом и другом я расскажу на своем обучающем курсе. А еще расскажу про то, как интересно и весело провести время в детском лагере, так, чтобы у тебя появилось много новых друзей. Все эти знания помогли мне заниматься любимым делом. Теперь у меня компания, которая занимается туризмом на Алтае. Приходи, я расскажу тебе много всего интересного. Буду очень рада тебя видеть.